then also I wonder, I go, like, what do you mean? So imagine when you put your lifting shoes on, you barbecue your heads online, with a bit of half hair. So make sure you get there. Your box brownies out. Any other thing you want to take pictures with?
obviously, in this gymnasium, and probably that you'll see for a long, long time. Folks, let's get right behind him and have some noise. Нет, сейчас, может, 40. Да. 40, я думаю, что. Ну, хочешь 420? Better chuck some colors on it. Let's put the pin on it four and let's leave the racks out. 425 kilos. This will be, unequivocally, without doubt, the biggest ever squat ever completed on Australian soil by any lifter. And, to boot, it is in the men's unequipped or raw section. For any federation over any time, biggest ever squat on Australian soil anywhere in this country. All the way from Russia, Mr. Andrei Milanichev, 425 kilos. Ladies and gentlemen, let's get busy, let's get right behind Andrei this one. You very likely will not ever see this done again by any lifter at all, unless Andrei takes a fourth. 425 kilos for the biggest ever squat in Australian history for any lifter over any time period. Folks, you've all gone very quiet out there. Let's go. Folks, you just seen one of those moments, haven't you? Well, that's history. Раз, два, три.
swallow. So once again, ladies and gentlemen, as previously, this is another piece of Australian history coming up. Never before, except in one circumstance, such a total government done. Удивительно, поднималось все легко, и приседания, и тяга, и жим. То есть, я думаю, можно было легко поднять тонну 70, но дело все в том, что нам еще выступать надо и поберечь силы. Что насчет рекордов, что скажешь? А я даже не знаю, какие рекорды. Взял рекорд, самый большой присед в Австралии вообще, самая большая тяга в Австралии вообще, и самый большой этот. Сумма в Австралии вообще. Ну хорошо. Очень удивил. Мы очень волновались, что он не сможет сюда приехать. Были проблемы, несколько проблем с визами, но у него криминальные это проблем никаких не было. Приехал сюда хорошо. Выступил, конечно, отлично. Здесь все просто в шоке, что он так легко присел 425. Жим лежа у него был 230, и мне кажется, он это слегка боялся, что не пойдет, но отжал очень легко. 380 вообще было как шутка. Собрал 1305, это вообще настолько побеждает все наши рекорды, то не знаю, кто сможет догнать. Мы постараемся опять сюда пригласить в августе на наши национальные соревнования, чтобы он выступил опять без экипы. И может возьмет вообще все мировые рекорды по приседу, по полной сумме. Может даже и по тяге попробуем, узнаем. Можно ли сказать, что вот сегодняшнее выступление Андрея даст толчок для чего-то? Если да, то для чего? Конечно, конечно. То, что если Андрей может это сделать, то есть у нас есть к чему целиться. То есть если увидим, что действительно возможно человеку столько поднять, присесть, тянуть, жим лежа, такую сумму достать, если это возможно, то будут люди стараться. Это, конечно, для нас это просто это вообще... Мы об этом никогда даже не мечтали, чтобы увидеть в Австралии, в нашем маленьком спортзале. Это, конечно, для нас это действительно просто какой-то сон до сих пор.